Привет, народ! Решил снять данное видео, ну, чисто для себя, как бы. Мне интересно, какая из камер лучше будет снимать ночью. Ну, я, в принципе, уже вижу. То есть, вот эта камера, я сейчас ей двигаю, это Panasonic. Вот эта камера, я сейчас ей двигаю, это Sony. Это мне там уже сзади подсвечивает товарищ фонариком. Ну, в принципе, вот ночной режим. Видите, да, две камеры рядом у меня находятся. Одна в одной руке, вторая во второй. И вот то, что мы видим. То есть вот сзади фар моего, свет фар моего автомобиля. И вот я поворачиваюсь к машине. Ну, видно, да. Мне как бы больше нравится свет. Больше света видит, скажем так, Sony. Это какой фонарик? А? Это вот сейчас Xena светит большой. То есть просто рядом со светом фар включен фонарик. А Феникс? Это Феникс, да? Нет. Феникс, включи. Это сейчас был Xena. А вот Феникс. Ну, в принципе, да, видно, что ближе к цвету фар. У меня дело в том, что вот верхние фары, которые горят, не знаю, видно, не видно там на камеру, что там и горят и фары. И фары, и противотуманки. Ну вот, если светить на машину, то Panasonic мне нравится больше. Если светить от автомобиля, то нравится больше, как снимает Sony. То есть вот в полной темноте на Соньку больше видно. И китайцев включи. Ну как бы глазами я вижу совсем другую картинку, нежели вижу на камеру. И Xena, самый здоровый. Отойди с ним в сторону от машины. Ну вот как бы по количеству света, видите сами, да? Фонарь абсолютно не уступает автомобилю. И даже наоборот. Это вот сейчас как раз тот Xena, в который я влюбился с первого раза, взял просто его в руки. Это просто меч джедая, я вам хочу передать. Ну, в принципе, это видео делалось не сколько для фонариков, сколько для того, чтобы проверить, вот как ведут себя две камеры. Ну и, в принципе, на какую из них я буду, если что, снимать, скажем так, вот какие-то тесты фонариков. На какую из них, скажем так, какая из них снимает более объективную информацию, выдаст, в частности, о свете фонарей, о том, как себя ведет фонарик. Потому что вижу я одно по большей части, а камера передает совсем другое. Ну вот, в принципе, смотрите сами, да, то есть если свет направленный светит на меня, то Panasonic здесь как бы передает картинку лучше, то есть меньше засветка. Хотя, ну вот, глазами я все-таки вижу, скажем так, картинку ближе к той, которая на камере справа, то есть на Соньке. Ну вот, видите сами все. То есть вот две камеры у меня в руке сейчас, и вот то, что я вижу своими глазами. Ну и вот совершенно в другую сторону поворачиваемся. И здесь уже намного выигрывает, как бы в эту сторону намного выигрывает Сонька. А ну подойди сюда, Валерчик. Вот на дом на тот посвети, на коттедж. И другим каким-то фонарем. Ну ты в небо светишь-то.
Ты не на дом светишь, ты в небо светишь. Это Феникс, да? Выключи Феникс. Выключи этот фонарь. И теперь еще раз к Сену. Ну, вообще, то есть, ай-яй-яй-яй, как я люблю этот фонарик. Просто я, это медь джедая. А еще раз Феникс. Ну, Феникс даже рядом не стоит, если честно. И вот так близко, примерно так, как мы на велосипеде ездим, один фонарь, чуть дальше луч. Я вот так езжу на велосипеде. И выключи, второй поменяй. И Ксена. Ну, мне больше нравится Ксена все-таки, даже на велосипеде. То есть засветка здесь, смотрите. Ну вот как бы правая камера передает засветку, реально. Левая камера засветку почти не передает, ее почти не видно на левой камере. То есть Panasonic вообще в ночной режим имеет, ну, в несколько раз хуже. То есть и картинка, то есть и читабельность видно, да? Какая огромная разница. То есть теперь, если я буду что-то снимать, какие-то фонарики, то буду это делать исключительно на камеру под названием Sony. Ну, в принципе, замечательно, что у меня их две. Ну, пока, наверное, все. Все, пока-пока.